Здравствуйте, вы смотрите программу «События». Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Осеннее обострение. Телефонные террористы вновь атакуют Самару. Самара – родина баяна. В городе появится первый памятник музыкальному инструменту. Виват кадеты. Ученики 170-й школы присягнули родине. В Самаре работает горячая линия по вопросам подключения тепла. За неделю поступило больше 900 жалоб. Более трети из них уже не актуальны. Проблемы решены. Это обсуждали на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Такие показатели первый заместитель главы города Владимир Василенко назвал неудовлетворительными. Он поручил ускорить работу, а также особое внимание обратить на участки теплосетей, где произошли порывы. Сейчас в Самаре 30 таких адресов. Сегодня на всех повреждениях по ПТС работаю. На 17 часов я районам уже говорю, чтобы дали полную информацию, в каком варианте мы работаем. Виват баян. Легендарному музыкальному инструменту в этом году исполнилось 120 лет. Российский музыкант Сергей Войтенко выступил с инициативой поставить памятник русскому голосу. Арт-объект станет визитной карточкой Самары. Подробности у Даниила Лучко. Самара – родина баяна. Знаменитый меценат и композитор Павел Чулков – его автор. Еще будучи юношей, он открыл гармонную мастерскую в городе, где и смастерил первый отечественный баян. Теперь весь мир играет на нем. Мы совершенно официально можем считать и заявляем, что Самара – родина баяна. И этот инструмент, который здесь родился, он шагает по всему миру. И на нем играет весь мир. И мы должны с вами, можем гордиться тем, что у нас родился такой инструмент, которым пользуется весь мир. Это же уникально, правда ведь? Также Самара славится своим фестивалем «Виват Баян». Сергей Войтенко предложил увековечить этот исторический факт тем, чтобы поставить монумент русскому голосу. Эскизы художников уже во всех соцсетях музыканта. Имена авторов пока держатся в секрете. Арт-объект планируется интерактивный. При прикосновении скульптура будет издавать звуки, а по вечерам светиться. Путем голосования выберут лучший рисунок, и по нему уже будут делать памятник. Ну и про «Виват Баян» тоже не могу сказать. 15 лет этому фестивалю. Сергей его придумал, Сергей его сделал. И сейчас это, наверное, тоже один из брендов вот такой культурной жизни нашего региона. Итоги голосования подведут 12 ноября. В этот же день в филармонии состоится благотворительный концерт, деньги с которого пойдут на создание арт-объекта. С концерта планируют собрать около 300 тысяч рублей. Всего же необходимо от 2 до 4 миллионов рублей. Точное место, где будет поставлен монумент, неизвестно, но, скорее всего, это будет исторический центр города, где располагалась мастерская Чулкова. Скульптуру планируют поставить к весне следующего года, в преддверии Мундиаля. Новая достопримечательность станет визитной карточкой Самары. Даниил Лучко, Сергей Баскин, События. У кадетов праздник. Теперь для 71 ученика 170-й Самарской школы понятие учебы и службы неделимы. Они присягнули родине в Парке Победы под присмотром генерала армии Александра Баранова. А с торжества вернулись наши журналисты. Ребята из 170-й школы уверенно держат свои удостоверения. Теперь они настоящие кадеты. К важному и особенному дню принятия присяги готовились с начала учебного года. Командиры, несмотря на праздник, призывали своих подопечных не расслабляться, не забывать про учебу, быть сдержанными и уверенными. То, что надо спокойно, не волноваться. То, что надо собраться с мыслями. У нас есть, ну, как в обычных школах, русский, математика и так далее. У нас после уроков построения, строевые подготовки, и нас еще там по урокам много чему учат. Для кадетов 170-й школы уже и стен учебного заведения мало. Присягу принимают в Парке Победы. Теперь это новая традиция. А в этот раз присяга и вовсе особенная. Торжественная церемония проходила под присмотром генерала армии Александра Баранова. Ну, я рад, что у нас в городе Самаре есть такие руководители, которые подходят к воспитанию молодежи не только как педагоги, а как воспитатели патриоты и воспитывают действительно патриотов молодых ребят. В 170-й школе кадетство развивается уже 17 лет. За это время более 150 учеников выбрали карьеру людей служивых, закончили военное училище. Все выпускники с удовольствием вспоминают свои кадетские годы и постоянно приходят в гости к учителям и офицерам. Очень много ребят, которые действительно
служа Отечеству на военном поприще, приезжают каждый год неоднократно в школу, чтобы еще раз сказать спасибо своим воспитательным офицерам и учителям. Всего присягу принял 71 кадет. Теперь школьников ждет долгая и упорная, но уже полюбившаяся за такой короткий срок служба. Лариса Шлафаст, Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События. Далее коротко о других событиях дня. Самару вновь атаковали телефонные террористы. В ночь на 17 октября в 9 гостиницах искали бомбы. Анонимные звонки в полицию поступили во втором часу. Силовики работали на объектах всю ночь. Взрывчатых веществ в зданиях не обнаружено. Напомним, что это уже третий случай ложных сигналов о заминированиях. 12 сентября неизвестные сообщили о наличии взрывных устройств в 8 торговых центрах Самары, а 5 октября из столетинских торговых центров и школ эвакуировали людей по той же причине. В Сызрани в берег на полной скорости врезался катер рыбаков. По информации местных СМИ, на борту было двое мужчин, которые тренировались перед началом крупных соревнований спиннингистов. Судно на полной скорости въехало в берег, проехало по земле несколько метров и остановилось, врезавшись в дерево. Людей, которые находились в катере, доставили в больницу. На месте железнодорожного переезда в микрорайоне Крутые Ключи может быть построена двухуровневая развязка. Об этом стало известно на заседании комитета Самарской губернской думы, на котором рассмотрели коллективное обращение жителей. Напомним, переезд изначально носил статус временного и был организован по инициативе застройщика для подвоза строительных материалов на время возведения микрорайона, и движение по нему было закрыто 13 октября. Областное министерство транспорта выступило с идеей строительства на месте переезда двухуровневой развязки. Ее сооружение может занять около 2 лет. В Самарской области может измениться порядок оплаты проезда, может вернуться проездной. Этот вопрос обсуждают в губернской думе. Такая транспортная карта весьма удобна, а купить ее можно будет на неделю, месяц, 90 дней, полгода или год. Лимита поездок не будет. Такая система уже действует в Москве. Нынешняя самарская транспортная карта рассчитывает поездки по одной. В Самаре открыли новый офис городского центра занятости населения. Жителям Кировского, Советского и промышленного районов больше не придется ехать в центр. Новый офис располагается по адресу улица Новая Вокзальная, 213. Посетители ждут с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, по пятницам до 16:00. Все услуги центра занятости населения предоставляются бесплатно. Подробности можно узнать по телефону, указанному на экране. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Еще быстрее от Димитрова до вокзала. В рейс уходят дополнительные 56-е автобусы. Станцевать за хрустальный башмачок в Самаре за победу на всероссийском турнире. На танцполе встретятся лучшие спортивные пары. Самарский ОМОН, Росгвардии на чеку. Бойцы на учениях отработали уничтожение боевиков в полевых условиях. На этом наш выпуск завершен. Увидимся!